На конкурс дети читают стихи. Второй А класс. Захваткина Юля. Город Сыктывкар. Самуил Яковлевич Маршак. Багаж. Дама сдавала багаж. Картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Но вдруг раздался звонок. Удрал из вагона щенок. Вдруг видит, стоит у колес огромный взъерошенный пес. Взяли его и в багаж. Туда, где лежала картина, корзина, картонка, диван, чемодан, саквояж, где прежней была собачонка. Собака-то как зарычит, а барыня как закричит. Разбойники, воры, уроды, собака не той породы. Позвольте, мамаша, на станции, согласно багажной квитанции, от вас получили багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Однако за время пути собака могла подрасти.